В Адмиралтейском районе отметили «Медовый спас». В одном из магазинов прошло освещение сладкого продукта и развлекательная программа для гостей. Медовый спас в народе еще называют лакомкой. По традиции Русской Православной Церкви собранный мед разрешается есть именно с этого дня. Считается, что после освящения сладкий продукт полностью раскрывает все свои полезные лечебные свойства, действие которых распространяется не только на верующих. Этот праздник и сам мед, его красота, этого продукта, он возбуждает к такому восхищению некому. Это восхищение надо не просто куда-то вот в пустоту, а воздать Творцу. С медового спаса в церкви начинается строгий Успенский пост. На протяжении ближайших двух недель верующим нельзя будет употреблять в пищу мясо, молоко, яйца и рыбу. А вот сладкое янтарное лакомство будет желанным гостем на столе.